Вот я возле храма стою. О, Ося везет. Песок насеял, строится. Понятно. Вот как в деревне хорошо. Все в работе, все. До единого, даже самые малые дети. Вот шофер только что до обеда пас, Андрей. Гляжу, коров загоняет и говорит, мне надо скорее, с поля звонит Игорь. На машину и гляжу, попер домой 5 ребятишек. О, там Никита, складывай быстрее, Никита, давай полный мешок. Никита трудится, будь здоров. Вот он где. Тут солнца не видать даже, куда и. Он нагружает мешок, набивает, а там мы саманим подход, где в прошлом году 2 прорыва было. Один мы там заделали, а второй сейчас пытаемся как-то замазать, чтобы весной не прорвало. Это у батюшки тут такие вот тюки. Вот нагружено под эту. И здесь точно так же. Вот оно как. Это его дом тут. Ну все, Никита пошел уже. Андрей поволок. Я стою сейчас, Никите помогаю, жду самосвал, показать, где сваливать. Игорь прибежал прям с обеда, видно, не прошел, но что-то его Евгений вызвал. Это ощущение зерна идет. Это настоящая полноценная жизнь. А у меня что? Высокая голубятня. Пришел сейчас быстрее на первую голубятню, на вторую, напоить по 10 литров воды туда, по ведру пшеницы каждому. Это расход. Ну, отходы. Ну, что расход? Мне очень нравится. Как у нас в «Алтайской правде» статья большая была Натальи Сохаревой. У злого человека голуби не водятся. Вот и все. И дальше выступают голубятники. И вот и определяй, какой ты, как к голубям относишься. Тоже один из определителей, хотя и не главный. Я сестре родной сказал, я говорю, ты поищи у старообрядцев, кто держал голубей. И она никого нигде не могли найти. Наконец в Красноярске нашли. Да кого он из Наканьян недавно пришел. То есть любовь к голубям оттуда, с той стороны. Вот батюшка где-то опять там ездит по мощам. Дивеево. Все монастыри каждый год там объезжает. Отец Аким. Белоруссию, к отцу Петру, тут Киану. Вот. Только что мне сообщили, что и ребенок родился тут у одних. И вот мы ждали его и назвали Иоанном. Во втором звоне тоже. Назвали Иоанном. Ну, Иван да Марья. А рядом столько имен, никто договорить об этом даже. Ну, ждали, ждали. Посмотри на святки. А где Никифор? А где Аввакум? Где Никон? Почему эти героев исторической России нигде? Имен-то даже ни одного не встретишь при жизни. Хотят легко прожить, а как в монахе, так сразу. Тут и Петерим, и Ювеналий. А когда смотришь, что Саша, то Ваня был. Все это игра какая-то идет, неподчиненность.